В Черкесске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Слет добровольцев СКФО-2024». Для его участников организовали яркую концертную программу. Было сказано много слов о важности и особом смысле добровольчества в современном мире. Духом добра и взаимопомощи зарядилась и Альбина Ламкова. Благодарим вас, волонтеры, за ваш честный, добровольный труд. И мы, как вы, готовы к горе. Пожалуй, счастья всем сверхнуть. В нашей стране более 1 000 000 официально зарегистрированных добровольцев. Это большая цифра, большая сила и большие дела, которые делают неравнодушные люди. Они находят время, несмотря на сложности, для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Волонтерское движение имеет поддержку на самом высоком уровне. Вовлечены в деятельность большое количество людей на Северном Кавказе, поэтому форум «Слет добровольцев СКФО-2024» уже имеет популярность. Волонтерство, добровольчество является неотъемлемой составляющей не только отрасли молодежной политики, но и всех отраслей любого из субъектов нашей большой Родины, Российской Федерации. В отрасли молодежной политики в особенности, потому что ни одно наше мероприятие окружного, районного, всероссийского, регионального значения не проходит без вас, добровольцев. Я с огромным удовольствием вам выражаю свою благодарность. В системе государственной молодежной политики добровольчество является одним из ключевых, было сказано в обращении ко всем участникам форума «Слет добровольцев СКФО-2024». Хочется пожелать вам плодотворной работы в рамках форума. Я знаю, что в форуме принимают участие представители всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Обменяйтесь опытом, изучите лучшие практики друг друга. Вместе, коллективным умом, коллективным разумом, пускай у вас появятся новые идеи, новые проекты, которые будут осуществляться для развития добровольчества в нашей стране и в Северо-Кавказском федеральном округе. Основной целью слета служит продолжение и развитие добровольчества в области чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операций. У нас МЧС в целом очень сильно дает такой толчок и по взаимодействию именно с добровольцами. У нас богатейший опыт привлечения добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, просто добровольцев по различным сферам деятельности. Это и оказание помощи, и спасение, эвакуация людей, поиск людей. Ну, очень большой спектр на самом деле охватывает именно добровольцы. Слет добровольцев стал настоящим праздником единения и солидарности. Для его участников подготовили обширную программу. В нее включены теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков и обмена опытом. Но пока волонтеры слета вдохновились концертными номерами. Выступления музыкантов отразили дух добровольного движения. Десятки молодых участников форума понимают, что вместе могут достичь гораздо большего, чем поодиночке. Я приехала из города Пятигорск. Я в добровольческом движении уже 2 года, как поступила в колледж. Выступаю как волонтер, помогаем людям. Мероприятие нам очень понравилось, яркое, запоминающееся. Были уважаемые люди, дали напутствие нам. Вот. Были очень красивые танцы, очень гостеприимная республика. Я впервые участвую на форуме волонтерства. Волонтерство в нашей стране – это очень важная роль, в которой должны участвовать все люди. Они должны помогать. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карчаево, Черкесия.